Probier online. Okay. Good evening, dear pilgrims, dear participants. Добрый вечер, дорогие паломники, дорогие участники. Good day, if you are in another part of the world. Доброго дня, если вы находитесь в другой части мира. So, as you know, today is our last day in Jagannath Puri. Как вы знаете, сегодня наш последний день паломничества по Джаганнатха-пури. The land of separation, we're going to start feeling separation from Jagannath Puri. Это земля разлуки, и мы уже начинаем испытывать это чувство разлуки с Джаганнатха-пури. So this morning we already had an extraordinary session of questions and answers, interactive communication by Valmiki Prabhu. И сегодня с утра у нас уже была интерактивная часть нашего паломничества, вопросы и ответы с участием Вальмики Прабу. Then there was actually a parikram in a very mystical place, the place called Siddha Bakul. Также у нас была парикрама в одно очень мистическое место, которое называется Сиддха Бакул. And our friends from Yekaterinburg gave a beautiful talk about that very special place. И наши дорогие друзья из Екатеринбурга, они нам рассказали много интересных историй об этом прекрасном месте. And now we for the last program of the day about Srila Prabhupada Katha, we are so happy to welcome again our dear Vyasaki Prabhu. И сейчас завершающая часть нашего дня, программа, посвященная Шриле Прабхупаде, мы рады приветствовать нашего дорогого друга Ваясаки Прабу. So he came so many times. I'm not going to give you the introduction with the biography. If you are coming for the first time, you can see it online. И он много раз уже принимал участие в наших программах, поэтому я сейчас не буду рассказывать о его биографии, но если вы присоединились к нам первый раз, вы можете посмотреть это онлайн. And last time, Vyasaki Prabhu told us about the relationship of a very saintly devotee, Vishnujan Swami. И на своей последней встрече в нашем марафоне Ваясаки Прабу рассказывал нам о взаимоотношениях с удивительно святым преданным, которого звали Вишнуджан Свами. His relationship with his beloved spiritual master Srila Prabhupada. О его отношениях с его возлюбленным духовным учителем Шрилой Прабхупадой. He departed from this world and he was a true saint. Он уже оставил этот мир, но в действительности он был по-настоящему святым человеком. So today Vyasaki Prabhu is going to conclude, you know, about this relationship and the teachings we can get from that. And he is also going to tell us about Vishnu, about Jayananda Prabhu. И сегодня Ваясаки Прабу расскажет нам еще немного о личности Вишнуджана с вами для того, чтобы завершить рассказ о нем. И также он расскажет нам еще об одном преданном удивительном Джайананде Прабу. So please, at the end of the presentation, get ready for any questions you have. Поэтому, пожалуйста, в конце презентации готовьте свои вопросы. And let's dive into the life and the teachings we can get from these very holy spiritual practitioners. Давайте погрузимся в эту духовную атмосферу, которую мы можем получить от общения с этими удивительными духовными людьми. We listen to you, dear Vyasaki Prabhu. Передаем вам слово, дорогой Ваясаки Прабу. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna, спасибо большое. So the last time we spoke,
Vishnujan Maharaj was heading up a traveling party presenting a rock opera, and Srila Prabhupada came to a big auditorium in the town, the city of Pittsburgh, and saw that rock opera. И в нашей предыдущей встрече мы остановились на том, что Вишнуджан Свами, он путешествовал с большой группой на автобусах, и они организовали большое представление в арендованном театре рок-оперы. И на это представление также пришел Шрила Прабхупада. So mostly the audience was made up of students because they were traveling to the different universities. But now, after that program in the big auditorium and Srila Prabhupada came, the whole party moved to New York City, which is famous for doing theater. Обычно представления такие проходили в колледжах среди студентов. Но сейчас вся группа, их путешествующая, она находилась в Нью-Йорке, а Нью-Йорк, он был знаменит своими театральными постановками. So they rented a building and they fixed it up as a theater and started advertising around the city, and every night people were coming to see the Hare Krishna rock opera, hundreds and thousands of people. Так они арендовали здание, сделали этого здания театр и начали продавать билеты на постановки. И так получалось, что каждый вечер приходили сотни и тысячи людей на рок-оперу, которую организовывали преданные Харе Кришна. So the story was how a conditioned soul meets a Vaishnava and becomes a devotee and surrenders their life to Radha Damodar, to Radha and Krishna. And on stage, on the altar, was Radha Damodar, and the closing song and performance was where the new people come and offer obeisances, and they do Gaur Aarti. And the Gaur Aarti was the end of the rock drama, the rock opera. That was the conclusion. Итак, сюжетом этой рок-оперы было то, что обусловленная душа, она встречает Вайшнава и становится преданным Раде и Кришне. И вот во время спектакля на сцене также находился алтарь, на котором были представлены божества Радха Дамодара. И сам спектакль оканчивался тем, что воспевалась Гаура Арати, и новые люди заходили на сцену и приносили свои поклоны Раде Дамодаре, божествам. So they were having so much success because people would tell their friends, and then they would bring their friends and come to see a second time because the story was so good, the music was so good, the songs were so beautiful, and at the end, everyone was glorifying Radha Damodar, and the devotees would go into the audience after the curtains closed and distribute Prabhupada's books, and so many books were distributed, everybody wanted to read the books. Этот спектакль пользовался невероятной популярностью, потому что люди, которые приходили на спектакль, потом рекомендовали его своим знакомым, потому что сам сюжет спектакля был настолько прекрасен, а также музыка и вся постановка, и преданные выходили в аудиторию и распространяли книги Шрилы Прабхупады и распространялись с большим успехом. So the devotees, the managers of the rock opera were thinking, now we should bring the famous promoters in the big theaters in New York City to come and see the show. And maybe they would want to book it in the major theaters, so it would become all over the country a very famous rock opera.
И тогда организаторы, преданные организаторы этой рок-оперы, они подумали, что, возможно, нам следует пригласить каких-то известных, знаменитых промоутеров для того, чтобы они посмотрели этот, наше представление и организовали показ нашего спектакля на более известных площадках, и, возможно, мы могли бы, возможно, могли бы организовать также гастроли этого театра по всей стране. So the devotees were able to convince one of the top promoters of the Broadway musical theater promoters to come and see the show. So he came and watched that program. And he loved it. He liked it very much. И тогда преданным удалось убедить одного из известных как бы продюсеров, который работал в театрах на Бродвее, для того, чтобы он пришел и посмотрел этот, эту оперу. И ему в действительности очень понравилось. But he said, in order for it to become very famous and popular, they would have to make a few minor changes to bring it up to the standard of the theater people that are used to seeing these kinds of presentations. Но он добавил, что для того, чтобы сделать эту постановку действительно популярной, знаменитой, им нужно внести в эту постановку несколько незначительных изменений для того, чтобы сделать ее соответствующей вкусам людей, которые приходят на подобные театральные постановки. So one of the changes he suggested was to take Radha Damodar out of the show, because most of the people were Christian, and you could, they can't present God as Radha and Damodar. So that, that was one of the changes. И одно из таких изменений, которое он предложил убрать из этой постановки божества Радхи Дамодары, потому что он сказал, что большинство людей, которые приходят в театр, являются христианами, и они не могут принять концепцию Бога вот в форме Рады, Радхи и Кришны. So some of the managers of the rock opera, they thought, okay, we're chanting Hare Krishna, we're distributing books. If we can get a much bigger audience, so we'll take Radha Damodar out of the show. It's not so important. They were thinking like that. И один из менеджеров этой постановки, он подумал, ну, в любом случае мы воспеваем Хари Кришна, мы распространяем книги во время представления, и если тот факт, что мы уберем Радху Дамодару из этого представления, позволит нам увеличить нашу аудиторию, возможно, нам следует это сделать. And when Vishnujan Maharaj heard that, he was shocked, and he said, you can't take Radha Damodar out of the show. Over my dead body, you will take them out of the show. Но когда Вишнуджан Махарадж услышал об этом, он был просто шокирован этим. Он сказал, вы не можете убрать Радху Дамодару из этой постановки только через мой труп. So they were staying at the New York Temple. So that night, Vishnujan Maharaj said to 10 of his most dedicated brahmacharis, we're going to wake up very early in the morning before everybody else. We're going to put Radha Damodar in one bus and we're going to leave. В то время они все жили в храме в Нью-Йорке. И тогда он сказал 10 самым близким друзьям брамачари, что мы должны встать очень рано до того, как все проснутся. Мы берем божество Радхи Дамодары, садимся в автобус и уезжаем. So the next morning the devotees got up real early. That Radha Damodar was placed in one bus. Vishnujan Maharaj and his band of Vaishnav devotees, which included Sahotra Maharaj and a few other famous devotees, also what's his name, Sankarshan Das, who's now also very well known, and they left the temple. They just drove away.
They said, okay, if they want to have a show without Radha Damodar, now they can have it. И тогда, следующим утром, они встали очень рано. Вишнуджан Махарадж погрузил божества Радха Дамодара в автобус вместе с группой преданных вайшнавов, среди которых был Сухотра Махарадж, а также Санкаршан Прабху, который сейчас также широко известен. И они уехали оттуда, сказав, что «хорошо, вы хотите, чтобы у вас была постановка без Радхи Дамодара, теперь вы это получили». And then Prabhupada received a letter explaining everything because the managers of the rock opera wrote it to Prabhupada and he told them that Vishnujan Maharaj had taken Radha Damodar and left and Radha Damodar was no longer part of the rock opera. And when Prabhupada received that letter, he could understand what happened and he said, okay, stop this, no more, finished. That was the end of the rock opera. И тогда Шрила Прабхупаде написали письмо, в котором объяснялась вся эта ситуация, что Вишнуджан Махарадж забрал божества Радхи Дамодары и уехал, уехали из города. И тогда Шрила Прабхупада смог понять из этого письма, что в действительности произошло, и сказал: «Хорошо, надо это все остановить». А на этом история с этой рок-оперой была завершена. And then that bus became the Radha Damodar traveling Sankirtan party, and they traveled all over America and Mexico and Canada, visiting the temples and firing up, making the devotees very enthusiastic with kirtan, prasad, book distribution. It was a very famous and popular traveling Sankirtan party. И тогда вот этот автобус стал путешествующей группой, которая называлась Радха Дамодар. Это была очень популярная проповедническая группа. Они объехали всю Америку, они также ездили в Мексику и в Канаду. Они очень активно проповедовали киртаны, прасады и привлекали очень-очень много людей. And Vishnujan Maharaj told everybody that Radha Damodar, they're used to being out and preaching and having and giving their mercy to everyone. So every day we're going to take them out of the bus and do a program wherever we are. И Вишнуджан Махарадж говорил преданным, что божества Радхи Дамодары, они привыкли к такой активной проповеди, они очень милостивы, поэтому каждый день мы будем выносить их из автобуса и организовывать программы с их участием, где бы мы ни находились. So sometimes when they were traveling across America, which is a very big country, there were times when there was no temples in the area, no colleges, no universities in the area. So they would just go to the nearest town, stop, take Radha Damodar out on their palanquin on the corner of a street and chant Hare Krishna, do the arati, distribute prasad, distribute books. They'd have a whole program just on the corner of a street in some town. И вот путешествия по Америке, а Америка является достаточно большой страной, иногда они приезжали в такие места, где не было храма, где также не было колледжа. Тогда они просто останавливались на углу какой-то улицы, выносили божества Радхи Дамодары на их паланкине и проводили прямо там, на месте, гаура арати, распространяли прасад, воспевали киртан. So the songs were so good. Mangalananda was on that party. He wrote many songs. And so one time they got invited to come and perform in a club, a nightclub, where people are sitting and drinking. И вот эти песни, которые они пели, были настолько прекрасными. Мангалананда Прабху, он также был частью этой группы, что однажды их пригласили дать концерт в ночном клубе, дать людям, которые сидели за столиками и пили алкогольные напитки. So some of the devotees said to Vishnujan Maharaj,
we can't take Radha Damodar into a nightclub where people are drinking alcohol and there's all kinds of sinful activities going on and chant Hare Krishna. И один из преданных сказал Вишнуджан Махараджу: мы не можем привести божества Радха Дамодара вот в ночной клуб, где люди пьют алкоголь и занимаются разными другими видами греховной деятельности. And Vishnujan Maharaj said, Sri Sri Radha Damodar are the most merciful deities. They will go anywhere and everywhere to benedict the conditioned souls. So we are going to go to that nightclub. Но тогда Вишнуджан Махарадж возразил: Шри Шри Радха Дамодар, они самые милостивые, и ради спасения обусловленных падших душ они готовы пойти куда угодно, поэтому мы непременно пойдем в этот ночной клуб. So at that nightclub there was a stage, Radha Damodar were set up, the devotees chanted, and then Vishnujan Maharaj spoke and he explained, this is the Supreme Personality of Godhead, Sri Sri Radha and Damodar, and every one of you should bow your heads in respect to the Supreme Lord and his eternal concept. And most of those people in the club, they did that. They bowed their head to Radha Damodar. Vishnujan Maharaj had so much potency. И вот в этом ночном клубе была сцена. Божества Шри Шри Радха Дамодара поместили на эту сцену, воспевали святые имена. Вишнуджан Махарадж проповедовал о том, что Шри Шри Радха и Кришна — это верховная личность Бога, Господь Кришна — это верховный Господь, а Радхарани — его вечная спутница. И что всем гостям будет благоприятно поклониться им, и тогда это будет для них большим благом. И большинство людей действительно последовали этому и склонили свои головы перед божествами. Вишнуджан Махарадж был очень могущественным проповедником. In another city, the devotees had invited them for a program, and then the devotee said that we sometimes go to the big jail. In this city, there's a very big jail. We sometimes go there to do a program. Would you like to come? So Vishnujan Maharaj said, yes, we will come and we'll do a program in the jail. И однажды они были в городе, где преданные организовывали программы, и преданные сказали, что иногда мы идем и организовываем программы в тюрьме. В этом городе очень большая тюрьма. И не хотите ли вы также принять участие в этой программе? Вишнуджан Прабху сказал, Махарадж сказал, конечно, мы идем туда. So the people who were running the jail said, yes, you can come and do a program. But you'll have to do it on a microphone. All the prisoners will stay in their jail cell, but they'll hear you speaking on the microphone. So Vishnujan did a program by himself, singing, chanting, and speaking to the prisoners over the microphone. И тогда управляющий этой тюрьмой, он сказал, да, вы можете провести программу, но для этого вам нужно будет говорить в микрофон. Все заключенные, они будут находиться в это время в своих камерах, но через громкоговоритель они будут слышать все, что вы будете рассказывать. И Вишнуджан единолично провел всю программу. Он воспевал киртан и также проповедовал. So he began preaching, you think that you're prisoners and you're locked behind bars, but everyone in this world is a prisoner and we're locked by the bars of Maya in the material energy. We can't get out and our eternal home is in the spiritual world with God. And he began to preach to them like that. И он начал свою проповедь с того, что, обращаясь к заключенным, он сказал, «Вы думаете, что вы заключенные, сейчас вы сидите за решеткой, за
под замком. Но на самом деле в этом материальном мире мы все являемся заключенными, и мы все здесь связаны майей, этой иллюзорной энергией. И на самом деле нам всем наш настоящий дом как бы находится за пределами в духовном мире. And then Vishnujan Maharaj said, if you want to get out of this prison, of this world, and go back to the spiritual world to live eternally with full of knowledge and bliss, then you chant this mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you got all the prisoners in their cells chanting. И тогда, обращаясь к ним, он сказал, что если вы хотите выбраться из этой тюрьмы материального мира и попасть в духовный мир, который полон вечного блаженства, то тогда вам нужно воспевать эту мантру «Харе Кришна». И все заключенные вместе с ним воспевали эту мантру. And then Vishnujan Maharaj says, when you get out of this jail, I'm going to give you an address. This is where the devotees of the Lord are residing. You please come to this address and we'll give you more information about how you can go back home, back to Godhead and really be free forever, eternally. И тогда, обращаясь к ним, он сказал, когда вы выйдете за пределы этой тюрьмы, я оставлю для вас адрес, по этому адресу находятся преданные Господа, и тогда вы можете прийти по этому адресу, и там вы узнаете о том, что еще вам нужно сделать, чтобы навсегда выбраться за пределы этой тюрьмы материального мира. Some of the prisoners did come to visit the temple in that town. And they told how everybody in the jail so much appreciated the Maharaj's talk. Everyone was talking about it. And so some of them came, and some even joined, became devotees at that temple in that city. The city was called San Antonio in Texas. И один заключенный в действительности пришел к преданным. После того, как он вышел из тюрьмы, он рассказал преданным о том, как все заключенные по достоинству оценили вот эту программу, которую провел Вишнуджан Махарадж, как все они потом говорили о нем, и некоторые из них также приходили к преданным, и некоторые даже становились преданными и практиковали. Eventually, the devotees drove all across the country and ended up in Los Angeles Temple, New Dwarka Temple. And there, they recorded a kirtan album, Vishnujan Maharaj and the Radha Damodar TSKP, which became the most popular kirtan tape in those days, album, CD nowadays. Where he sang all the songs that made him famous, and that became the number one most popular music that was played in every temple and every kitchen. It's all that the devotees were listening to. И тогда вот эта группа преданных, они, проехав через всю страну, приехали в Лос-Анджелес, и там был записан музыкальный альбом с композициями Вишнуджан Махараджа, который стал очень популярным. Во всех храмах, на всех кухнях преданные играли, играли песни с этого альбома. And while they were in Los Angeles, they filled the bus up full of books because they were doing book distribution everywhere they would go. And then the bus went across, back across America from west back to the east. Пока они были в Лос-Анджелесе, они заполнили книгами Шрилы Прабхупады весь автобус, потому что они также очень активно занимались санкиртаной, и после этого автобус отправился в обратное путешествие с запада на восток. But they put too many books in the bus. It was too heavy, and the books were leaning too much on the chassis of the bus. So as they were driving, it was rubbing metal to metal and started to get hot.
started to burn. And then the driver all of a sudden was saying, anybody smell smoke? Но они загрузили в автобус так много книг, что автобус под этой тяжестью немного присел, и вот этот, как в машине, вот этот, как шасси, наверное, называется, там началось трение металла о металл, и так сильно вот эта поверхность нагрелась, что она, похоже, даже воспламенилась. И тогда водитель автобуса сказал, а кто-то чувствует запах? So he pulled the bus over to the side of the road, and the devotees all got out to look to see what was happening. At the back of the bus, it was smoking. И тогда он припарковал автобус к обочине, и все преданные вышли из автобуса, чтобы смотреть, что происходит в задней части автобуса, откуда исходил этот запах. And they saw that oil was leaking, and the axle was very, very hot. And it was very close to the tank of gas. So Vishnu John Maharaj said, everybody get out, take Radha Damodar's altar out, get everything out. This is very dangerous. So everybody came out, Radha Damodar came out, and all the clothes, all the paraphernalia were standing on the side of the road. И тогда они увидели, что масло протекает. Вот этот механизм, он очень сильно перегрет, и есть реальная угроза того, что сейчас просто все загорится. И тогда Вишнуджан Махарадж скомандовал: «О, это очень-очень опасная ситуация. Быстро выводите из автобуса Радху Дамодару. Все преданные должны также выйти из автобуса. Из автобуса вынесли также все параферналии, и все это стояло на обочине». So they stood a safe distance from the bus, and then all of a sudden the bus exploded into flame, and it was burning completely. And in 2 or 3 minutes, the whole bus burnt down, and was all that was left was black, smoking, charcoal skeleton of a bus. It was gone. It was finished. И тогда они все отошли на безопасное расстояние от автобуса, и через 2 или 3 минуты автобус взорвался и загорелся. И очень быстро был огромный-огромный пожар, и очень быстро все превратилось просто в горстку пепла. Все сгорело дотла, и все, что осталось, это вот этот металлический каркас этого автобуса. So there, on the side of the highway, was a big major highway. Was Radha Damodar and all their devotees. The bus was finished, and they were all hitchhiking. They put their thumb out to get a lift into the nearest town. Radha Damodar are so merciful, they undergo the same austerities as their devotees. So the Supreme Lord, Sri Radha and Damodar, were also hitchhiking on the highway to get a lift to the town. И тогда вся группа преданных вместе с божествами Радха Дамодара, стоя на обочине вот этой дороги, главной магистрали, они все стояли как бы с протянутой рукой для того, чтобы поймать машину, которая может их подбросить до ближайшего города. А Радха Дамодара в своей самой милостивой форме, они проходили те же самые аскезы, через которые проходили преданные. Они также были на обочине этой дороги и также голосовали для того, чтобы кто-то их смог подбросить. Now, Radha Damodar are not small deities. They're 1 meter size. They're large deities, and they're hitchhiking on the highway. And then one man, all the cars are going by, and then one truck stops, and they explain the situation. And he said, okay, I'll take you to the next town. And all the devotees and Radha Damodar and their altar got into this truck, and this man did some wonderful seva to drive them into the nearest town. А божества Радха Дамодара, они не были маленькими божествами. Их размер превышал 1 метр, их высота. И так, когда они голосовали, остановился один грузовик. За рулем был мужчина. Преданные объяснили ему, что произошло.
Тогда он сказал: «Хорошо, я могу вас подбросить». И тогда божества Радха Дамодара, все преданные со всеми параферналиями, они погрузились в этот грузовик, а этот водитель, он совершил вот такую удивительную севу, служение. So they drove into the nearest town and they got a room in the hotel. So Radha Damodara and the brahmacharis were in this room in the hotel for the night. Итак, добравшись до ближайшего города, они сняли номер в гостинице, и вот все брамачари, божества Радхи, Дамодары, они переночевали в этом номере. So Vishnujan Maharaj contacted many temple presidents and the BBT, explained what happened, and asked for a loan of money so he could purchase a new bus and then get the party going once again. Вишнуджан Махарадж при этом контактировал с BBT и с президентами многих храмов, объяснял им ситуацию, которая с ними произошла, и просил дать им кредит для того, чтобы они могли купить другой автобус и продолжить свое проповедническое путешествие. So the BBT gave a loan of $5,000. They purchased a much better bus. And then Radha Damodar and the brahmacharis went down to Miami because it was winter and Miami is very warm there. And they stayed at the Miami temple and they were going to turn the new bus into a temple with altar and everything, kitchen, bathroom, everything. And while the devotees were turning the bus into a traveling temple, Vishnujan Maharaj went to India. И тогда они получили кредит в $5,000 от BBT. На эти деньги они смогли купить новый автобус. Этот автобус был даже лучше предыдущего. И они отправились в Майами, потому что дело было к зиме, а в Майами в это время очень тепло. Они остановились в это время в храме в Майами, а тем временем вот этот новый автобус они также начали реконструировать, чтобы сделать из него храм. Сделать там ванную, туалет, установить алтарь. И вот в то время, когда преданные занимались этим переоборудованием автобуса, Вишнуджан Махарадж отправился в Индию. So he came to India, he stayed in the Delhi, New Delhi temple, and he told everybody, I want to do a Radha Damodar party on a boat going down the Ganga. Who is interested to come? And they advertised and they got 10 brahmacharis to, and then they went down to Allahabad and they rented a big, nice boat. And then they started the traveling party by boat down the Ganga. И тогда Вишнуджан с вами приехал в Индию, в Нью-Дели. И он предложил преданным, что он хотел бы организовать программу с участием божества Рады Дамодары на корабле, путешествуя по Ганге. И спрашивал, кто хочет к нему присоединиться. Набралась команда из 10 брамачари. Они поехали в Аллахабад и арендовали там достаточно большую лодку, и начали вот эти путешествия по Ганге. So they sailed on this boat down the Ganga, doing programs at villages along the way that they would see on the land as they were passing by. And eventually they ended up all the way in the Ganga to Mayapur for the 1974 Gaur Purnima festival in Mayapur. И так они плыли по Ганге и проводили программы в тех деревнях, которые они проплывали. И в результате этого путешествия они добрались до Майпура, где проходило празднование Гаура Пурнимы. Это было в 1974 году. And Prabhupada was very pleased when Vishnujan Maharaj gave his report how what had happened
the bus had blown up, they got a new bus, now they're traveling on the water. So whatever difficulties were there, Vishnumajan Maharaj just continued doing his program. Nothing could stop him. И там они постучались со Шрилой Прабхупадой, и Шрила Прабхупада очень рад был услышать отчет о том, как бы, о той деятельности, которой он занимался. Вишнуджан Махараджа сказал ему о том, что сгорел автобус, но они купили новый автобус и продолжили свою проповедь. А сейчас в Индии они организовали вот это мероприятие проповедническое на лодках. И так или иначе, какие бы трудности ни происходили с Вишнуджаном Махараджем, ничто его не могло остановить. Он просто продолжал свою проповедь. And then when he came back to Miami after the Mayapur festival, the new bus was finished. It was a traveling temple. And again, he got a whole team of brahmacharis, and off they went again, traveling all over the country and presenting Hare Krishna Kirtan, book distribution, prasad distribution in every town and village in America. И когда Вишнуджан Махарадж вернулся обратно в Америку, в Майами, то этот автобус был уже полностью переоборудован. Это был настоящий храм на колесах. И они продолжили свою проповедническую деятельность с киртанами, с распространением книг, с прасадом в каждом городе и в каждой деревне по всей территории Соединенных Штатов. So there were many adventures and very many exciting things that happened. And all the leelas, all the pastimes are in my book, Radhadamodar Vilas. This is volume two, because before last week when I was speaking, all the pastimes were in volume one. So these later pastimes are in my volume two of my book, Radhadamodar Vilas. Было очень много разных неожиданных ситуаций за время их проповеди, за время их путешествия. И во всех подробностях их путешествия описаны в книге Радхадамодар Вилас во втором томе. Те истории, которые я рассказывала на прошлой неделе, они все описаны в первом томе. А вот то, о чем я рассказывала сегодня, более поздние истории, они рассказаны во втором томе. And in May of 1974, Tamal Krishna Maharaj, who had been the GBC of India, he wanted to leave India, and he convinced Prabhupada, let me leave and join with Vishnujan Maharaj on his Radhadamodar party. This is the most exciting thing happening in all of ISKCON. Please let me go back to America to preach. И в мае 1974 года Тамал Кришна Махарадж в то время был на GBC по Индии, но он пришел к Шриле Прабхупаде и попросил разрешить ему вернуться обратно в Америку и присоединиться к проповеднической группе Вишнуджана Махараджа, потому что он говорил, что это самое яркое, самое удивительное как бы мероприятие, которое происходит в ИСККОН на тот момент. So when Tamal Krishna Maharaj came, the Radhadamodar party was doing programs in the city of Berkeley, which is next to San Francisco, and there's a very big university there. So every day they would hold programs, big programs. All the university students would come. They would all come to take prasad. But while they're taking prasad, Vishnujan Maharaj would be preaching. They have a book table, and he would invite them. You please take a look at our books. It's like a library at this temple. And at the table, our books are there. It's like a library. You can come up and look and see the books that we have. Take prasad. It's all free. And in this way, they were encouraging all the students would come for their lunch. Instead of eating in the cafeteria, they would all come
they'd go across the street and take lunch to Radha Damodar Mahaprasad, all the students. И когда к этой группе присоединился Тамал Кришна Махарадж, они проповедовали в Беркли среди студентов, достаточно широко проповедовали, распространяли просад. Также у них был там столик, на котором были представлены книги Шрилы Прабхупады, а Вишнуджан Махарадж там активно давал лекции. И он приглашал студентов для того, чтобы они приходили, принимали прасад и Радха Дамодары бесплатные. Многие студенты вместо того, чтобы кушать на ланч в кафе, они шли через дорогу и принимали прасад Радха Дамодары. Также Вишнуджан Махарадж приглашал их прийти и посмотреть на вот эти книги, которые были представлены. Он говорил им, что это как в библиотеке. Вы можете просто прийти и посмотреть, изучить эти книги. But Srila Prabhupada was writing letters to Tamal Krishna saying, we need you. Now that you're not in India, it's very difficult. You need to come back and resume your GBC duties. Come back to India. Но вместе с этим Шрила Прабхупада написал Тамал Кришне Махараджу, что мы очень нуждаемся в тебе, и попросил его вернуться в Индию и продолжить исполнять свои обязанности GBC по Индии. Тамал Кришна Махараджу knew that when Prabhupada came, he would ask him and or request him strongly to return to India. So he had to have some reason why he would stay in America. И Тамал Кришна Махарадж знал, что если Шрила Прабхупада приедет, то он обязательно попросит его вернуться обратно в Индию. И он думал о том, что у него должна быть какая-то веская причина, почему он должен остаться. So during the lunch program, when all the students were coming from across the street from the university, and Vishnujan Maharaj was singing and chanting, and then he would speak to the people while they're sitting there honoring prasad. And while that was going on, Tamal Krishna would go into the crowd, and he would try to find people who looked very interested, and he would sit next to them, and what do you think about this? Answer their questions and preach to them, and in this way they were making devotees. И вот во время ланча, когда студенты приходили к преданным и принимали прасад, во время прасада Вишнуджан Махарадж воспевал киртан или проповедовал как-то, а Тамал Кришна Махарадж при этом смотрел на аудиторию и искал тех людей, которые выглядели заинтересованными, наиболее заинтересованными, и тогда он подсаживался к ним и задавал вопросы о том, что им нравится, каково их мнение. Таким образом, они многих из этих людей делали преданными. So then, in a few weeks, Srila Prabhupada came to San Francisco Temple, and then he requested that he would like to have a meeting with Tamal Krishna Maharaj. Итак, через пару недель Шрила Прабхупада приехал в храм Сан-Франциско и сказал, что он хочет встретиться с Тамал Кришна Махараджем. So Tamal Krishna Maharaj said to Vishnujan Swami, I have to do something to convince Prabhupada to let me stay here. So I have an idea. He had took 10 of the new brahmacharis. They were all shaved up and they were wearing very nice clean dhoti and tilak, and he gave every one of them a rose. And he went to where Prabhupada was staying, and he said to the brahmacharis, you wait here, let me go in to see Srila Prabhupada, and when I call you, you all come in. Тогда Тамал Кришна Махарадж обратился к Вишнуджану Свами и сказал,
мне нужно что-то придумать для того, чтобы я смог остаться здесь. И он сказал, что у меня есть одна идея. Тогда он взял 10 новых брамачари, у которых была обрита голова и которые были чисто, очень опрятно одеты. Он дал им по одной розе и сказал, что вам сейчас нужно будет вот ждать меня здесь, стоять здесь, а между тем я сейчас зайду к Шриле Прабхупаде. So in the meeting, Srila Prabhupada was telling Tamal Krishna that they were having difficulties in India, they needed a really good manager. He was a good manager, and since he left, things were not going so well in India. И вот во время этой встречи Шрила Прабхупада говорил Тамал Кришна Махараджу, что Тамал Кришна Махарадж очень хороший менеджер, и вот с тех пор, как он уехал оттуда, сейчас дела там обстоят не очень хорошо, и поэтому он бы хотел, чтобы тот вернулся обратно и продолжил свою деятельность там. So then Tamal Krishna Maharaj said, but Srila Prabhupada, I think that I should stay with Vishnujan Maharaj because we're doing very good preaching. Но Тамал Кришна Махарадж возразил Шрила Прабхупада, мне кажется, что мне будет лучше остаться здесь вместе с Вишнуджан Махараджем, потому что вместе мы очень хорошо проповедуем. So, Prabhupada said to Tamal Krishna, what is your preaching? И тогда Шрила Прабхупада спросил у Тамал Махараджа, и что у вас за проповедь? Tamal Krishna said, I would like to show you, Srila Prabhupada, can I show you now? И Тамал Кришна Махарадж сказал, Шрила Прабхупада, я бы хотел вам вот прямо сейчас это продемонстрировать. Можно? Прабхупада сказал, yes, show me your preaching. Шрила Прабхупада сказал, да, покажи мне, как, в чем заключается твоя проповедь. So Tamal Krishna got up, opened the door, went to the brahmacharis where they were staying, and he told each one of them, you go in one by one, offer your dandavat pranams to Prabhupada and give him the rose. So one by one, the devotees went in offering dandavat pranams, shaved the brahmacharis, giving the rose. И тогда Тамал Кришна Махарадж вышел на улицу, подозвал этих брамачари, сказал, что сейчас вы один за другим должны зайти в комнату, принести свои полные поклоны Шриле Прабхупаде и дать им, вручить им розу. И один за другим все эти брамачари зашли. So Prabhupada, as each one was coming in, his smile was getting bigger and bigger. And at the end, they were all sitting there looking like demigods, smiling at Prabhupada. He was so happy. And he said to Mal Krishna, he said to him, yes, this is good preaching. И вот по мере того, как один за другим эти брамачари входили, улыбка на лице Шрилы Прабхупады становилась все шире и шире. И затем, после того, как они все принесли поклоны Шриле Прабхупаде, они сели вокруг и выглядели очень сияющими, подобно полубогам. Тогда Шрила Прабхупада ответил, да, это очень хорошая проповедь. So then Tamal Krishna said, so, Srila Prabhupada, do you give me your blessings? Can I stay here with Vishnujan Maharaj and preach with his party? And Prabhupada said, okay, you can stay. This is good preaching. И тогда Тамал Кришна Махарадж спросил, ну что, Шрила Прабхупада, можно ли мне остаться здесь и продолжить эту проповедь вместе с Вишнуджан Махараджем. И тогда Шрила Прабхупада сказал, хорошо, ты можешь это сделать. Это хорошая проповедь. Because in the past some devotees would come to Srila Prabhupada and they would have very big plan. Oh, I have a plan for this and I have a plan for that. And Prabhupada finally he said, don't bring me your plans, bring me results.
And so Tamal Krishna knew he had to bring results for Prabhupada. So when he brought in those 10 new shaved up brahmacharis, Prabhupada was happy. He was seeing results, not plans. Потому что вот в былые времена преданные часто приходили к Шриле Прабхупаде и говорили, что я бы хотел сделать это, я планирую сделать это. Но Шрила Прабхупада, он говорил им, что, пожалуйста, не приносите мне свои планы, а покажите мне свои результаты. И Тамал Кришна Махарадж, он знал об этом, поэтому вот сделав, приведя к Шриле Прабхупаде этих 10 новых нагло бритых брамачари, он знал, что Шрила Прабхупада оценит результаты его проповеди. So when Tamal Krishna Maharaj joined the party, he was a very good manager. And within about 7 or 8 months, maybe 9 months, within 9 months, they got 2 more buses. So now they had 3 buses, and all of them, one of them was the Radha Damodar bus, and then they had 2 Gaur-Nitai buses, and they had so many brahmacharis wanted to join. The Sankirtan was going tremendous, and they were doing so many books, and the Radha Damodar party became the most famous traveling Sankirtan party in the history of ISKCON. Eventually, they had 6 buses, 12 vans, 24 cars, devotees going out every day in a different city, every town and village. It was amazing, distributing so many books, millions of books. И когда к вот этой группе присоединился Тамал Кришна Махарадж, а он был очень хорошим менеджером, и вот за время, где-то 9 месяцев, у них появилось еще 2 дополнительных автобуса. И так один автобус был с божествами Радха Дамодара, другие 2 автобуса были с божествами Гаура-Нитай. И при этом к ним присоединялось очень-очень много преданных брахмачари, было очень много желающих присоединиться к их проповеднической группе. И это была самая популярная проповедническая путешествующая группа во всей истории ИСКОН. В конце концов у них было 6 автобусов, 12 минивэнов, микроавтобусов, 24 машины. Они путешествовали по всей стране и распространяли очень много книг. Они миллионами распространяли книги. So before I continue, let me stop here for a moment and ask if there are any questions up to this point. If anybody has any questions up to this point. Перед тем, как я продолжу, позвольте мне остановиться на минутку и спросить, есть ли какие-то вопросы на данный момент? Спасибо большое, Ваяска Прабху. У нас есть вопрос от Руслана. Скажите, пожалуйста, где сейчас находятся божества Радха Дамодары? Спасибо большое, Ваяска Прабху. We have one question from Ruslan, he is asking, where Radha Damodar deities are situated right now? Okay, so where the Radha Damodar deities are situated right now, that's a very good question. I can tell the story of how they came to where they are right now. You want to hear that story? Итак, вы хотите узнать о том, где сейчас находится божество Радха Дамодара? Очень хороший вопрос. Есть целая история, которая связана с тем, как божества оказались в том месте, где они находятся сейчас. Хотите, чтобы я рассказала эту историю? Да, пожалуйста. Yes. Yes, please. Okay, so what happened was the Radha Dhamadar party got so big and so powerful that the brahmacharis became puffed up. Итак, что произошло? Вот эта группа проповедническая Радха Дамодар, она стала настолько большой, настолько популярной, что некоторые брахмачари очень сильно возгордились. And they began saying that all the grihastas are in Maya.
И они начали говорить, что все грехастхи в Майе находятся. And when they came to a temple, the Radha-damodar brahmacharis would preach to the temple brahmacharis, if you stay here, they're just going to end up getting you married. But if you want to travel around the world with two fantastic sannyasis and remain brahmachari, you should come and join our party. И когда вот эти брахмачари из группы Радха-дамодар приходили в храм, то, обращаясь к брахмачари, которые проживали в храме, они говорили, что если ты останешься в храме, то в конце концов все закончится тем, что ты женишься. Но если ты действительно хочешь остаться брахмачари, то тебе нужно присоединиться к этой группе путешествующей с двумя величайшими саньяси. So that's how the party grew so big, because the temple brahmacharis were leaving the temples. The bus brahmacharis would say, just go down the road and we'll pick you up. Just leave, walk out of the temple, go down the road and we'll drive by, pick you up. And that's it. Just bring everything. And so the temples were losing manpower. И вот подобным, вот почему эта группа стала так сильно разрастаться, потому что многие брахмачари, которые жили в храме, после такой проповеди начали присоединяться к этой путешествующей группе. Преданные говорили, просто ты выйди за пределы храма, и мы тебя, бери с собой все свои вещи, и по дороге мы просто подъедем и заберем тебя. Так храмы начали терять преданных, храмы начали пустеть. So because the temple presidents were losing men, all the temple presidents contacted each other and they said, we don't want Radha-damodar party coming to our temple anymore. And so the Radha-damodar parties were banned from all the ISKCON temples in America. И тогда президенты всех храмов, из-за того, что они начали терять людей, они переговариваясь между собой, пришли к заключению, что они больше не хотят, чтобы вот эта группа путешествующая, проповедническая Радха-дамодар приезжала и останавливалась в их храме. И так получилось, что в каждом храме по всей Америке эту группу забанили, то есть запретили им приезжать в храм. So it began to look like a war, brahmacharis against the grihasthas. This was in the end of 1975. So the grihasthas and the temple presidents decided, we will bring this issue to Srila Prabhupada at the Gaur Purnima festival in Mayapur. И назревала настоящая война между грихастхами и брахмачари. И тогда президенты храмов решили, что им нужно всю эту ситуацию вынести на суд Шрилы Прабхупады. И это произошло во время фестиваля Гаура Пурнимы. Вишну Джан Махарадж was very, very unhappy by this, because when he had his party, a smaller party, the temples loved him, everywhere he went, they loved him, and now all of a sudden, nobody likes their party and they're banned from all the temples. So he was unhappy that it's growing so big. It was not good. This is not good. А Вишнуджан Махарадж тем временем он был очень расстроен тем, что произошло, потому что когда у него была небольшая группа, они путешествовали по всей стране, и каждый храм был очень рад, когда они приезжали к ним. Все с большой радостью их принимали, но теперь, когда их группа стала настолько большой, им запретили появляться в этих храмах. Тогда он подумал, что, возможно, это не очень хорошо, что теперь у нас такая группа большая. Это не очень хорошо.
But Tamal Krishna Maharaj said, but we're distributing so many books. This is very pleasing to Prabhupada. We're doing great preaching. And Vishnu Jan Maharaj said, it's not pleasing to Prabhupada if the devotees are fighting amongst each other and if we're on the bodily concept of life, seeing each other as male, female, brahmachari, grihastha, that's not pleasing. So Tamal Krishna said, well, we'll see what Prabhupada says at the Mayapur festival. Но Тамал Кришна Махарадж возразил на это, что мы так активно проповедуем, мы распространяем так много книг, это должно очень сильно нравиться Шриле Прабхупаде. Но Вишнуджан Махарадж возразил на это, что Шриле Прабхупаде наверняка не понравится, как преданные, находясь на телесной платформе, разделяют друг друга на мужчин и женщин, и на грихаст и брамачари, и сражаются при этом друг с другом. Тогда Тамал Кришна Махарадж сказал, хорошо, мы выясним, что в действительности нравится Шриле Прабхупаде на вот этом фестивале Гаура Пурнима в Майпуре. So at the 1976 Mayapur festival, all the temple presidents were there. They were complaining to Prabhupada. All the sannyasis were there. We're doing better preaching. Everything is going great. And they were both sides representing their side of the story to Srila Prabhupada. И вот на этом фестивале в Майпуре в 76 году присутствовали президенты всех храмов, также присутствовали саньяси, и каждый говорил о том служении, которым он занимается, представлял это как бы свое видение происходящего. И все хотели узнать мнение Шрилы Прабхупады. So the first thing that Srila Prabhupada said was, this is a fratricidal war. It's a war between family, brothers against brothers. Just, you know, and he compared it to the Kurukshetra war, the Pandavas against the Kauravas. It's a family feud. This is not good for our society. И первое, что сказал Шрила Прабхупада, он сказал, что эта война, она происходит внутри одной семьи, когда брат сражается с братом, подобно тому, что происходило на поле битвы Курукшетра, когда пандавы сражались с кауравами. И он сказал, что это очень нехорошо, когда внутри одной семьи у нас такое происходит. So then Prabhupada made his decision and he decided in favor of the temples, in favor of the grihastha against the sannyasi contingent. И далее Шрила Прабхупада, он все-таки выразил свое мнение, что он больше находится на стороне президентов храмов и на стороне грихастх. Но не поддержал того мнения, которого придерживались саньяси. So then Prabhupada said to Tamal Krishna that, you know, better you come back to India. You were doing good service in India. We need you. You please come back as GBC of India. И дальше Шрила Прабхупада сказал, обращаясь к Тамал Кришна Махараджу, он сказал, тебе лучше вернуться в Индию, потому что когда ты был здесь, то все происходило очень замечательно, поэтому тебе лучше вернуться к своим обязанностям GBC Индии. Then Tamal Krishna Maharaj said, Shrila Prabhupada, I'm managing this huge party, we're distributing so many books, how can I leave this? They need me. How can I leave this? Но Тамал Кришна Махарадж возразил на Шрилу Прабхупада. Я являюсь вот одним из лидеров этой такой огромной группы преданных. Мы распространяем так много книг. Как же я могу их оставить? So Prabhupada said to Tamal Krishna, well, now I take you out of the party. So now they don't need you, you don't need them, you're no longer part of the party. Шрила Прабхупада сказал, я тебя забираю из этой группы. Ты больше не являешься частью этой группы. Они не нужны тебе, а ты не нужен им. Все, на этом решено.
And Tamal Krishna said, but Srila Prabhupada, what can I do if I'm not on this party? What service would I do? I might as well just go to China. Но тогда Тамал Кришна Махарадж возразил, но Шрила Прабхупада, что же мне теперь делать, если я больше не являюсь частью этой группы? Что же мне теперь, в Китай, что ли, поехать? And Prabhupada said, China? Yes, that is a good idea. I think you should go to China. We need someone to preach in China. А Шрила Прабхупада сказал, Китай? О, это хорошая идея. Как раз у нас, по-моему, нет никого в Китае, а нам нужно также там развивать проповедь. Поэтому, да, ты можешь поехать в Китай. Tamal Krishna Maharaj said, no, I didn't mean it, I want to go to China. It's just an expression that we don't have anything to do, but I don't really want to go to China. Но Тамал Кришна Махарадж возразил, но я не хочу ехать ни в какой Китай. Это просто как бы такое выражение, что когда, которое ты говоришь, когда ты не знаешь, что тебе делать, но я не хочу ехать ни в какой Китай. So then Prabhupada said, Krishna has spoken through you, and I want to preach in China. So now you find some people, some brahmacharis to go with you, or sannyasis, and you go to China and open up the preaching in China. And that's how the China preaching began. Но Шрила Прабхупада сказала, что сам Кришна произнес эту фразу через тебя, поэтому тебе нужно проехать в Китай. Собери какую-то группу брахмачари и отправляйтесь туда, потому что я хочу, чтобы проповедь там также началась. И вот с этого и началась проповедь «Искон в Китае». But the party continued for another year, and the brahmachari mentality was not pleasing to Prabhupada, and also was not pleasing to Radha Damodar. А тем временем вот эта путешествующая группа еще в течение года продолжала свою проповедь, но то настроение, которое было у брахмачари в той группе, оно не было очень по душе Шриле Прабхупаде, а также это настроение не было по душе самим божествам Радхи Дамодара. And because the temples were not allowing Radha Damodar to come anymore, and the devotees started to lose enthusiasm, and in the end, they were having problems. So in the end, they went to Gita Nagari, and Radha Damodar became the deities of Gita Nagari Farm in Pennsylvania. If конце концов. Из-за того, что божества Радха Дамодары, группу Радха Дамодары не хотели принимать больше в храмах, и из-за того, что преданные начали потихоньку терять энтузиазм, у брахмачари начались проблемы, и в конце концов вот эти божества Радха Дамодары поселились в общине Гита Нагари в штате Нью-Вриндаван в Пенсильвании. We all know that nothing happens except by the supreme will of the Supreme Lord. So because they ended up in Gita Nagari farm, that was their desire to not be part of the Radha Damodar party anymore. И так как эти божества, мы знаем, что ничего не происходит без воли Верховной Личности Бога. И если так получилось, что эти божества оказались в общине Гита Нагари, это означает, что такова была их воля. Они хотели оказаться именно там. So previously only brahmacharis and sannyasis were worshipping Radha Damodar, but now in Gita Nagari only the ladies and the grihastha men were worshipping Radha Damodar. So you could see Radha Damodar's sense of humor. Oh, okay. I'd rather be with the ladies serving me. And so they're still there being served by the grihasthas. And the brahmacharis, because of their fanaticism, they lost that mercy of Radha Damodar.
И до этого божествам Радхи Дамодари поклонялись брамачари и саньяси, но в общине Гитанагари там были только женщины и грихастхи, и поэтому они стали служить божествам, поклоняться божествам Радха Дамодар. Таким образом, мы можем увидеть чувство юмора, которые проявили божества таким образом. Они сказали, что мы лучше примем служение от женщин и от грихаст, чем от брамачари, которые очень возгордились и как бы очень о себе высокого мнения. И по сей день эти божества находятся в этой общине, где им продолжают служить женщины и преданные грехастхи. So, some years later, I went to Gitanagari farm community to take darshan of Radha Damodar because there was a little mela there, and I wanted to go to be part of it. They were talking about memories of Radha Damodar, so I went there. И несколько лет назад я приезжал для того, чтобы посетить эту общину в Гитанагари, потому что там и получить даршан божеств Радхи Дамодары, потому что в то время там проходила мела, мероприятие с воспеванием киртана. So when I went into the temple room and then I went into the kitchen and always they were playing the kirtans of Vishnu Jan Maharaj so that Radha Damodar would always be hearing their beloved Vishnu Jan Maharaj chanting to them like always. И когда я зашел в храмовую комнату и на кухню, то я увидел, что там повсюду играет киртан Вишнуджан Махараджа. И так они, божества, могут всегда слышать воспевание Вишнуджана Махараджа, их возлюбленного слуги. And I said to the pujari, I said, it's so wonderful that you're playing Vishnujan Maharaj kirtans and bhajans for Radha Damodar. And he said, yes, we do it all the time because we know how closely they have a bond, a connection. И я сказала пуджаре, что это так прекрасно, что вы включаете киртаны и баджаны Вишнуджан Махараджа для божеств Радхи Дамодары. И он сказал, да, я знаю, что они были так тесно связаны друг с другом узами любви. So I hope that answers the question. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Да, спасибо большое. У нас еще появились вопросы. Yes, thank you very much. We do have some more questions. Okay, very good. У нас вопрос от Светланы. Вот ей хочется узнать, как сейчас отзываются о движении студенты того времени, которых кормили просадом. Они стали преданными или что сейчас с ними? Как? Если расширить этот вопрос, то как вот такая проповедь может повлиять на людей, на их жизнь в дальнейшем? So we have one other question. A question from Svetlana. She is asking, I wonder to know, are there any feedback from the students of those time, the students that did not become devotees finally, but the students that met the devotees and Srila Prabhupada and had prasadam. So how did that affected their life? Or in other words, how does preaching like this affect people's life? Very good question. By taking Mahaprasad and hearing the holy names and having darshan of the Supreme Personality of Godhead and his eternal consort, Srimati Radharani, that has a powerful
effect on anybody goes deep into their soul. Это очень хороший вопрос. Когда кто-то принимает Махапрасад или слышит святое имя, или получает даршан Верховного Господа Кришны, спутницы Матери Радхарани, то это оставляет очень глубокий след на уровне его души. So many of the devotees who joined the party in those days, they are still devotees today, almost 99%. Поэтому большинство преданных, которые присоединились в то время, по сей день они остаются преданными, я бы сказала, 99% из них. And those that didn't shave up and join the movement, they remained very friendly and always encouraging and became like the congregation of our movement. А те люди, которые не обрили головы и не присоединились к движению, по сей день они очень дружественно настроены к нашему движению, и они сформировали, можно сказать, как бы как общину вокруг нашего храма. Sometimes we think that if someone doesn't join ISKCON, doesn't shave up, get initiated, that their spiritual life is not so powerful if they're just a congregational member, just a friend of Krishna's. Иногда мы думаем, что если человек не присоединяется к нашему движению, не обривает голову и не получает инициацию, то их духовная жизнь не является настолько глубокой и сильной, и они находятся в статусе просто друзей или доброжелателей нашего движения. But I'm going to now give you an example to show that even the congregational members get a tremendous benefit, and they may even become the most powerful devotees. Listen carefully. Но я хочу вам привести пример, что даже наши доброжелатели, люди, которые находятся в статусе доброжелателей нашего движения, получают невероятное благо, просто огромное благо. И я сейчас вам расскажу эту историю. Пожалуйста, слушайте очень внимательно. Many decades ago in India, the Gaudiya Math was spreading like anything. So many people were joining. So many people became sannyasis. But there was one person who was a congregational member. He was just a grihastha. He had a business. And his name was Abhay Charan Day. But he became the next acharya. Not the temple president in any Gaudiya Math temple. Not a sannyasi in any Gaudiya Math temple, the congregational member who lived outside with his family and had a business, he became the next acharya. So we don't know who's going to be the next acharya in ISKCON, because we've already seen that they can come from the congregational side, not from the surrendered, initiated side. Это было много десятилетий назад, когда Гаудия Матх очень активно развивался, много преданных присоединялось к движению, были брамачари, были саньяси, но при этом также был один доброжелатель этого движения, который был простым грехастхой, у него была семья, у него был свой бизнес. И этого члена общины звали Абхай Чаран. Он не был президентом храма, он не был саньяси, но волей судьбы именно ему было предначертано стать следующим ачарьей. Но при этом он был членом общины, просто прихожанином. И не можем сказать, кто будет следующим ачарьей в нашем движении, ИСККОН. So the lesson that we should learn is that we never know who somebody will become
in Krishna's eyes. We may think, oh, someone, she's just a grihastha, someone is this, someone is that. They may be the next acharya. That's why the Shastra always says to see everyone else as Prabhu. See yourself as Das, 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 Anudas. Because we may never know that someone that we're thinking is just a congregational member, just comes only for the Sunday feast, that person may become the next acharya. Because Krishna will choose whoever he wants, whoever is the most sincere. It's all about sincerity. Krishna will empower the most sincere people, not the most famous people, not the most people that have a name and fame and a post and a position, but who is the most humble and gentle and sincere Vaishnava. И таким образом мы не знаем, как тот или иной человек выглядит в глазах Кришны. И в нашей традиции ко всем всех окружающих, которых мы видим, мы должны видеть как Прабу или своего господина, а при этом о себе мы должны думать как о слуге, слуги, слуги. Потому что мы не знаем, может быть, вот она или он являются обычными членами общины, которые приходят на воскресный пир. Но, может быть, именно она или он станет следующим ачарьей, потому что Господь, Он выбирает человека не потому, насколько он популярен или богат, или насколько по каким-то другим внешним проявлениям, но он смотрит именно на насколько человек смиренен и искренен в своем сердце. Именно по этим критериям Господь привлекается тем или иным преданным и выбирает его как своего представителя. Now, two of Prabhupada's disciples who were very, very sincere and very, very humble were Vishnujan Swami Maharaj and Jayananda Prabhu. And both of them left this world before Srila Prabhupada. In the same year, Vishnujan Maharaj left, then Jayananda Prabhu left, and then Prabhupada left. So the three of them, they all left more or less in the same time. And it was a great loss for ISKCON. And we had to learn now to stand on our own two feet. We could no longer hold the hand of daddy. We were no longer children. We had to become adults in spiritual life. We had to now take the leadership of this movement. And Krishna will empower any person who comes forward in a humble mood and who is sincere. And that's why the Pandavas, who had few men in the battlefield, they were greatly outnumbered by the Kauravas, but Krishna empowered them, and therefore they were victorious in the battle of Kurukshetra. So if we want to be victorious in the battle against Maya, we should take a humble position. Gentle, sincere Vaishnava. See everyone else as Prabhu and myself. We need some translation because I forgot. He's good. Yes. Итак, вот в нашем движении было два очень сияющих, удивительных вайшнавы. Это был Джайананда Прабу и Вишнуджан с вами. Они были удивительно искренними и смиренными. И оба из них оставили этот мир до того, как Шрила Прабхупада покинул этот мир. Это произошло в один год. Сначала ушел Джайананда Прабу, за ним ушел Вишнуджан Махараджи, после этого ушел Шрила Прабхупада. И так в одно мгновение движение осталось без, и мы все преданные остались без руководства, без вот этого доброго, любящего отца, которого мы можем как дети как бы взять за руку и пойти за ним. То есть всем нам нужно было стать более серьезными,
преданными и лидерами движения, взять ответственность за будущее этого движения. И но для того, чтобы продвигаться в духовной жизни, нам всегда нужно принимать своим авторитетом тех вайшнавов, которые обладают вот этим качеством подлинности, искренности и смирения. Thank you. Yes. Any other words for discussion? Есть еще ли вопросы? Да. Есть вопрос. Вы частично уже на него ответили, но я его задам, потому что, может быть, можно будет его расширить. Чтобы мы увидели, какими огромными полномочиями обладали те преданные, о которых мы сегодня говорим, о Вишнуджане, Прабху, Аттамал, Кришне Госвами. И вопрос такой, какие преданные могут получить такие полномочия? И значит ли, что вот эти полномочия, если обладает ими преданный, то значит он ближе к Кришне, или это не показатель? So we have one more question. You have partly answered this question, but anyway, I will ask it. Maybe we can have a broader answer. And so you have already mentioned us about these two exalted devotees like Vishnujan Maharaj and Tamal Krishna Maharaj. And these devotees had enormous responsibility, and they were empowered so much. So the question is, how do we have these how do we receive these empowerment? And does it mean if the devotee is more empowered, the devotee has more responsibility, that means that he is more dear to Krishna than others? Is it like that or not? Okay, very good question. Krishna says, Amoham sarvabhuteshu, I see everyone with equal vision. I love everyone equally. Очень хороший вопрос. Кришна говорит, Самахам сарвабхутешу, я вижу каждого одинаково, для меня все равны. And then he also says, Pandita Samadarshinaha, that the gentle and learned Vaishnava also has that same equal vision, sees everyone with equal vision. Дальше Кришна говорит, что Пандита Самадаршинаха, то есть тот преданный, который является знающим, как бы, он тоже обладает тем же самым видением, что Господь. Он также видит каждого одинаково. We are not more dear to Krishna by some external service, because if you sweep the temple room floor in a very humble, sincere manner, or you do some big management saver, but a little bit puffed up, then Krishna is more impressed by the humble service cleaning the floor. Мы не можем стать более дорогими Господу, просто исполняя какое-то внешнее служение. Если кто-то выполняет смиренное служение, убираясь в храме, но при этом является очень смиренным и искренним, а другой человек выполняет другое, более как бы ответственное служение, но при этом он гордится этим, то Кришна будет больше удовлетворен тем преданным, который исполняет очень скромное служение, но при этом остается смиренным. So let me tell you a lila from Shastra. Позвольте мне рассказать одну историю из Писаний. Before the Kurukshetra battle began, Krishna was in Hastinapur. Перед тем, как произошла битва на Курукшетре, Кришна находился в Хастинапуре. And both the Kauravas and the Pandavas wanted Krishna on their side.
и Пандавы и Кауравы хотели, чтобы Кришна принял их сторону. So one day, midday, it was around noon or 1 o'clock in the afternoon, and Duryodhana saw Krishna. So he said, "Oh, Krishna, please, now it's time for lunch. You please come to my palace, and we'll serve you the best, nicest lunch you ever had. Please come for lunch." Однажды было время полудня, было как раз время обеда, и Дурьодана увидел Кришну и сказал: «О, Кришна, пожалуйста, приходи и отобедай у нас. Мы предложим тебе лучшие блюда в нашем прекрасном дворце. Пожалуйста, прими наше приглашение». And Krishna said, "Oh, thank you very much. Very kind of you to invite me. But I'm not hungry, so I can't be eating." И Кришна тогда ответил: "О, спасибо большое за приглашение. Это очень милостиво с твоей стороны, но я, пожалуй, не приму твое приглашение, потому что я не голоден." And then Krishna walked on, and a little later he saw Vidura. И тогда Кришна прошел дальше, и немного погодя он повстречался с Видурой. So Vidura said, "Oh, Krishna, it's so nice that I've seen you. It's now time for lunch. I would like to invite you to come to my house to have some lunch, please." И Видура обратился к Кришне: "О, Кришна, как хорошо, что я повстречал тебя. А сейчас как раз время обеда, поэтому я бы очень хотел пригласить тебя ко мне домой на обед. Пожалуйста, прими мое приглашение." So Krishna said, "Oh, thank you very much, Vidura. It's very kind of you to invite me, and I'm very hungry. Thank you very much." И тогда Кришна ответил: "О, Видура, это так милостиво с твоей стороны, что ты пригласил меня к себе на обед. Сейчас как раз время обеда, а я очень голоден." So he accepted the humble invitation of Vidura, who was living in a very poor condition, and didn't accept the opulent palace prasad of Duryodhan, because he knew that Duryodhan's mood was not so gentle and humble. Кришна принял приглашение Видуры, хотя Видура жил в очень скромных условиях, но при этом Кришна отверг приглашение Дурьодханы и отказался принимать роскошный пир в его дворце, потому что он знал, что настроение Дурьодханы, оно не очень нравилось Кришне. Ему больше нравилось очень смиренное настроение Видуры. So Vidura was so happy, and he said, "Oh, I will run home, and I'll tell my wife to get everything ready. I have to just go somewhere to do something, and then I'll be right there, but you can go. You can come as soon as you are ready." И тогда Видура сказал: "Ой, я так счастлив, что ты принял мое приглашение. Я сейчас побегу домой и скажу своей жене, чтобы она все, что сделала, необходимые все приготовления к тому, чтобы принять тебя. А ты, пожалуйста, приходи к нам, когда будешь готов. Мы будем ждать тебя." So Vidura, he ran home, told his wife to cook wonderful prasad, that Krishna was coming, and then he said, "I have to go finish one duty, and then I'll come back." And he ran out the door to finish his duty. Тогда Видура пошел, сказал своей жене, чтобы она приготовила прекрасный пир, потому что они ожидают в гости Кришну на обед. И также он сказал, что я сейчас, мне нужно отлучиться, чтобы завершить свои дела, и позже я к вам присоединюсь. So when Krishna came, his wife answered the door, "Oh, Krishna, please come in." She was so humble. Tears were coming from her eyes. She offered him a seat. She said, "Can I give you anything?
Do you want some fruit? I'm not finished the cooking yet. Please, I have bananas. Would you like a banana? She was so humble, so sincere. И когда Кришна пришел к ним домой, она была настолько смиренной, и слезы лились у нее из глаз. Она была так счастлива видеть Кришну. Она сказала ему: «Пожалуйста, проходи. Только так получилось, что я не успела еще приготовить обед. Может быть, ты хочешь каких-то фруктов? Вот у меня есть бананы. Пожалуйста, садись и покушай эти бананы». Она очень-очень смиренно встречала Господа. So Vidura's wife, she took the banana and she peeled it, and she was in such ecstasy. She came to Krishna, and by mistake, she gave him the peel instead of the banana. И тогда вот жена Видуры, она взяла эти бананы, очистила их от кожуры, но при этом она пребывала в таком экстазе, что Кришне вместо бананов она принесла банановые шкурки. And just at that moment, Vidura comes home, opens the door, and sees his wife holding the banana and Krishna holding the peel, and eating the peel. И вот в тот самый момент Видура вернулся домой, и он увидел такую картину, что стоит его жена, держит в своих руках банан, а Кришна стоит с банановой шкуркой в руках и ест банановую шкурку. So Vidura was very upset. He chastised his wife. What are you doing? You didn't give the banana, you gave the peel. This is a very bad seva. What are you doing? И Видура, когда увидел эту картину, он очень сильно расстроился и отругал свою жену. Что ты делаешь? Почему Кришне вместо бананов ты дала ему банановую шкурку? Это очень-очень плохо. Then Krishna said, no, no, Vidura. Your wife has offered this peel with so much love. I am tasting it so delicious. Oh, so the point is that Krishna accepts our love. It's not anything else that he accepts. And Vidura's wife offered that peel with so much love, so much devotion, so much humility, so much sincerity that Krishna loved the peel. И тогда Кришна возразил: нет, нет, Видура, ты ошибаешься. А твоя жена предложила мне эту банановую шкурку с такой любовью, что я сейчас наслаждаюсь этой любовью. Мне это очень нравится, потому что Господь в действительности, Он принимает именно любовь, то настроение, с которым мы предлагаем что-то. Он принимает вот эту любовь, искренность, смирение и наслаждается этими качествами. So Vidura's wife had no position, no responsibility. She was very small. She wasn't a big person, famous. She didn't control and manage anything. But Krishna gave her the most mercy because of her sincere devotion and love. That's what pleases Krishna the most. Итак, жена Видуры, она была очень скромной вайшнави, у нее не было какой-то особого положения, не было какой-то особой ответственности, она не была знаменита, не обладала какими-то особыми достояниями, но при этом она обладала очень большой искренностью и большой скромностью, и Кришна, он именно это оценил в ней и большую милость проявил по отношению к ней, именно благодаря этим ее качествам. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое, Васки Прабу. На этом наши вопросы от зрителей завершены. И мы хотели бы узнать, есть ли у вас еще истории для нас, или мы бы хотели
дать обратную связь об этой встрече. Thank you very much, dear Vayasaki Prabhu. So these are all questions from our participants. So now we wanted to ask you if you want to share some more stories with us to have some feedback regarding this meeting that we have today. Well, time is up, no? Итак, наше время вышло уже, насколько я понимаю. Так ли это? So, I think that Mandakini Mataji has me booked for another time, so then we can do the next one another time. It will be our great pleasure. Насколько знаю, что Маджи Мандакини уже в расписании поставила еще одну встречу с моим участием, и тогда во время этой встречи мы сможем продолжить. I call you just after. Спасибо большое, Ваяски Прабу. Очень хочется сказать несколько слов об этой удивительной встрече. Thank you very much, dear Vayasaki Prabhu. We want to say just a few words about this amazing meeting that we had tonight. Okay. Сегодня вы познакомили нас с настоящим могуществом выдающихся учеников Шрилы Прабхупады. И это могущество было раскрыто настолько красиво, что оно захватывает дух. И оно передает вот эту силу могущества Кришны. Today you introduced us to this extraordinary power that had these two extraordinary disciples of Srila Prabhupada, and that power was so beautiful, and by seeing how empowered are the devotees of Krishna, we can understand how powerful the Krishna itself. И также очень интересно было раскрыто качество этих удивительных учеников Шрилы Прабхупады, такое, как они очень любили приключения, и это мы увидели в историях Тамал Кришна Госвами, насколько он устраивал проверки реакции Шрилы Прабхупады, и это на самом деле настоящее приключение и удивительная игра. And as well, you have very beautifully presented us the qualities of those devotees, that they were so adventurous on how Tamal Krishna Maharaj, he always was trying like to impress, to make up some stories, to present it to Srila Prabhupada. And every time that was very adventurous. Спасибо вам большое. Мы знаем, что вы находитесь в святом месте во Вриндаване, и слушать истории от вас — это всегда несет благо для всех наших зрителей и для нас. Спасибо, что сегодня вы были. Thank you very much. We know that you are now located in a very holy place in Vrindavan Dham, and it is a big honor and big pleasure always to listen to you from this holy place. Спасибо вам большое. И мы будем ждать этой новой встречи с вами. Спасибо, что вы были сегодня и уделили свое время. Thank you very much. We'll be very eager to meet you again. Thank you for your time today. Hare Krishna, thank you very much for engaging me in service to the Vaishnavas. Of all the services, service to the Vaishnavas, Krishna likes the most, because our service to him is not so wonderful, because we're not pure devotees yet, and so our service is not up to the standard that he's used to getting, the standard he gets from Yashoda, the standard he gets from Radharani.
So that's his standard. We're not up to that standard. But he appreciates whatever we can do. Thank you very much. Спасибо вам большое также за то, что приглашаете меня участвовать в этом марафоне и таким образом служить вайшнавам, потому что Кришна очень доволен именно тем, как, когда мы служим вайшнавам. В настоящий момент мы не обладаем такой квалификацией, чтобы служить Кришне напрямую, потому что мы не настолько чисты пока в настоящий момент. Не можем предложить Кришне то служение на том уровне, к которому он привык. Он получает такое служение от, к такому служению, которое он получает от матушки Ишоды, например. Мы не можем ему служить, как матушка Ишода. Поэтому мы можем служить вайшнавам и очищать свое сердце. So, Krishna is most pleased with service to the Vaishnava. But he's most displeased if we start finding faults with the Vaishnava, start criticizing the Vaishnava, then he's not happy. So the secret of success is to always see the good in the Vaishnavas and give them your heart and your good seva and service. And in this way, Krishna will be pleased. То, что больше всего удовлетворяет Кришну, это наше служение вайшнавам. А то, что больше всего ему не нравится, это то, когда мы критикуем вайшнавов или пытаемся найти в них недостатки. В этом состоит секрет духовной жизни, что если мы хотим доставить удовольствие Кришне, то нам всегда следует служить вайшнавам с любовью, стараться делать это служение хорошо. Thank you very much. Спасибо вам большое. And maybe Madhuri Mandaki, you want to say something? Yes, very much. Just very short. Thank you so much. Yes, thank you. Katya, try and translate. Again, there is Eleonora is here. I can translate. Да, я бы еще раз очень хотела поблагодарить Ваяски Прабу за то, что он был сегодня с нами сегодня. So to be actually in the company of Vishnu Jan Swami was so extraordinary. Находиться в обществе Вишнуджана с вами является по-настоящему чем-то необыкновенным. Yes, he had so much potency. У него было столько как бы потенциала, могущества. And as you told us, it came from his very big humility. И как вы рассказали нам, это исходило из его величайшего, глубочайшего смирения. And an immense compassion for all the suffering souls. И он чувствовал сострадание ко всем страдающим душам. You gave us the example of the people in the jail. Вы рассказывали нам этот пример с людьми, которые находились в тюрьме. Sometimes they can be very rough people, but his purity and compassion, he got them to sing the holy name. И, возможно, эти люди, ну, являлись такими грубыми, может быть, они были жестокими, но Вишнуджан так или иначе своей проповедью и киртаном смог рассопить их сердце и вовлечь их в воспевание святых имен. He was not judging the external condition. Он не судил их по их внешним каким-то проявлениям. Same with the people in the nightclub. They offered their obeisances to Radha Damodar. То же самое произошло с людьми вот в этом ночном клубе. Они предложили свои поклоны к Радхе Дамодаре. So maybe they got saved, you know, from a very hellish destination at the time of death,
just by then, you know, bowing the head in front of Radha Damodar. И, возможно, вот сам этот факт, он спасет их от того, чтобы отправиться в ад в момент смерти. Просто вот само это действие, их поклон божествам Радхи, Радхи Дамодары. In addition to that humility, compassion, we could hear he had a total lack of fear. He was fearless. И при этом он обладал вот этим смирением и состраданием, и у него не было ни грамма страха, он был полностью бесстрашным. Because of his faith in Krishna. Благодаря своей глубочайшей вере в Кришну. So sometimes when we read the holy scriptures, it is written for those who have heard about that pastime, they will get so much, you know, benefit and qualities. Иногда, когда мы читаем Священное Писание, мы можем увидеть, что тот, такое описание, что тот, кто читает вот эту историю, он сможет обрести такие-то качества или такое-то благо получить. So we thank you for your narration, and we just pray that we will get a drop of the qualities of His Holiness Vishnu Jan Swami. А поэтому мы очень сильно благодарим вас за ваше повествование, и мы молимся о том, чтобы обрести хотя бы каплю тех качеств, которыми обладал Его Святейшество Вишну Джан с вами. Namely humility, compassion, fearlessness, and a lack of judgment. Такие качества, как смирение, сострадание к другим, бесстрашие. So, thank you very, very, very much, and we are very happy to meet you soon again. Спасибо вам большое, и мы очень будем рады новым встречам с вами. In a good evening, all the pilgrims. So tonight we meet in a Govardhan. Is it Govardhan tonight, tomorrow? Да. Также доброго вечера всем, кто сейчас смотрит нас, дорогим паломникам. Завтра мы с вами все увидимся на Говардхане. Govardhan Puja tomorrow and Go Puja. So we, my wife and daughter and I, we will go to the Goshala and we will be with the cows. We will feed the cows, give them love, Go Puja. Then we will go to the temple where Govardhan Puja will take place, and we'll circumambulate the hill and take prasad. It's a wonderful festival, Go Puja and Govardhan Puja. So that's tomorrow here in Sri Vrindavan Dham. Ki Jai! Hi, Haribo. Thank you. Завтра же здесь, во Вриндаване, будет Гопуджа и Говардхана Пуджа. И мы вместе со своей женой, с дочерью, собираемся пойти в Гошалу и провести вот этот день вместе с коровами. Будем давать им свою любовь, будем кормить их. А потом мы пойдем на Говардхан и в храм на Говардхане. Также мы сделаем обход Говардхама. Завтра будет такой удивительный день. До свидания.